И всем привет! На связи снова Матвей. На моем прошлом первом видео вы показали нереальную поддержку, что, естественно, мотивирует меня снимать все больше и больше. Спасибо вам огромное. Также пишите в комментариях, что бы вы еще хотели видеть на моем канале. Чтобы поддержать меня, не забывайте вводить тег автора MotiveCard в магазин, делайте скрины ваших покупок и попадете в мой видос, как следующие ребята. Также не забывайте про Инстаграм, там много обо мне, о моей жизни. Смотрите, чекайте, в общем. А мы погнали. Сегодняшний видос получился очень насыщенным и крутым, так что погнали смотреть. В общем, ставим режим арены, включаем, нажимаем «Играть». В прошлой разминке мы успели так хорошенько размяться, теперь самое время поиграть в арену. Разминаемся. Оп, 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 как могу. Отлично. Наша мейн-лока... а точнее беспечный берег, на ход дроби. Будет интересно. Надеюсь, я не сольюсь одним из первых. Хотя большая часть людей также прыгнула на акулу. Ну, неважно. Так, кажется, прыгнем мы не первые. Или первые. Подождите. Не знаю. Никто здесь не знает эту локацию так, как знаю я. Я сюда прыгал каждую свою игру на арене. Отлично, минус один. Насчет второго не знаю. Интересно, появилось ли у него оружие. Вот дробовика у меня точно не появилось, и пинг у меня ужасный. Вот так-то лучше. Да где ты? Да что творится? Боже, где он? Мы обязаны его найти. Он внизу. Ну, вылезай. Да блин, нет! Да нет! Что с этой игрой не так? Я не понимаю. Не-не-не-не, нет! Да блин, что... Нет! Не ждал? Не-не-не-не-нет, он меня сейчас убьет, благодаря моему ужасному пингу. Нет! Отлично. Давай мы с тобой попрощаемся. А, боже, нет, он все же нас убил. Но это благодаря тому, что у нас пинг просто ужасный. Я не знаю, что с этим делать. У меня просто нет никаких сил это выдерживать. В общем, сейчас уже у меня с интернетом проблем нет. Устранил все неполадки, связанные с интернетом. Сейчас мы будем играть чисто, без высокого пинга. Так, на этот раз наша лока не на ход дропе, так что я не думаю, что вначале будет такое месиво, как в прошлой игре. Летим. Самое главное нормально отыграть, чтобы было зрелищно, круто, ну и, соответственно, успешно. Где он? Один человек с нами летит. О, тактик. Запиваемся. Итого у меня 100 щита, отлично, плюс к этому тактик. Отлично. Ловким движением руки мы побеждаем этого парня и забираем весь его лут. Ладно, давайте восстановим наше здоровье в укромном месте и продолжим лутать эту огромную локацию. Блин, жопа чешется. О, еще кто-то здесь. У него помпа? Опасно. Отлично. О, это было красиво. Ох, нормально мы его так. Нормас. Неплохо. Ну,
норм. Хотел на джампеде улететь, но не смог. Посмотрим же, что у него там было. Норм, улетели. О, здесь кто-то погиб. Давайте посмотрим, что же у него было. Пора валить. О боже, что же сейчас начнется, я представляю. Нет, я топ-2 занял. Но у него был мифический миниган, но тут без шансов.